Качаете жопы? Качайте. И сиськи, и губы. Давайте. И татуировки по телу, и брови рисуйте умело. Вы знаете, как причесаться, как краситься и одеваться. Как сделать отличные фото, как жить, не ходя на работу. И как заработать на селфи, чтоб денег огромные сейфы. Без голоса петь научились, по совести жить разучились. Вы пишете песню без смысла, а чтобы на ухо повисло. Хайпы, хэштеги, репосты, башкой можно двинуться просто. А что вы оставите детям? Лишь фотки, залитые в сети. Плевать им, что там в Инстаграме. На ручки хотят они, к маме. Ведь им не нужны ваши лайки. Прочтите им все, а не знайки. Читайте им про Айболита, как бабка просила корыта. Учите их жить благородно. Вы скажете, это не модно? Не в моде любовь и забота. Не модно с семьей по субботам. Не модно дружить бескорыстно. Не модно быть верным отчизне. А может, ушло мое время? Ребята, я с вами не в теме. Не нравятся мне ваши тренды. Где вместо друзей у вас френды. Где девушки тёлками стали. Мужчины